Я очень люблю цукаты, вот решила попробовать сварить из апельсиновых корок мое любимое лакомство. Будем надеяться, что у меня получится. Рецепта нет? Методом проб и ошибок. Поехали! Очистила три апельсинки. Апельсинки съела. А кожицу от них положила в кастрюльку и замочила пока что в воде и поставила один раз прокипятиться. Я знаю, что варить надо несколько раз. Сахар добавлю во вторую и в третью варку. Посмотрим, как это все получится. Ну вот один раз сварила. Теперь насыпаем сахара. Не знаю сколько, так на глаз. И проварим еще с сахаром. Вот такое варенье у меня получилось после третьей варки. Немножечко подгорел один кусочек. Сейчас я его съем. Вкусняшка. И вот когда оно подсохнет, будут очень вкусные цукаты. Давно я не делала такую вкуснятину. Ну вот из трех кожурок апельсинов у меня получилась вазочка с апельсиновым вареньем. Или цукаты, как я их называю. Красота. Буду пить чай. Дней 10 с этим вареньем.